Здравствуйте. Вот, сегодня решила опять встретиться с вами, пообщаться. А то пару дней такая жара была, что даже было, если честно, не до общения. Сидишь, с тебя пот течет, думаешь, нет, не сяду общаться. Сегодня у нас полегче. После дождика в других городах у нас просто прохладно, потому что дождь к нам так и не дошел. Ну, сегодня я хочу поговорить о дрожже стоп. Ну, для начала скажу, что зовут меня Светлана. Я управляющий директор компании APL. Это для тех, кто видит меня впервые. Живу я в Приднестровье, Молдавская республика, да, вот наше Приднестровье, вот, непризнанное. Но, тем не менее, APL до нас дошло, за что я очень рада, благодарна тому, кто донес. Но сегодня я буду говорить о продукте СТОП. Да, вот, видно. Такое дрожже уникальное. Я влюбилась в основном в два продукта. Это хард, сердечко, сосуды, и стоп. Значит, организм выбрал что-то, значит, это для меня больше. Сказать главное о стопе хочется в плане чего? Это стоп, это значит стоп-боль, да? Это мышечная боль, головная боль, вот. Ну, любая боль, зубная боль. Вот. Единственное, что если не помогает сразу, то у нас есть такой дрожжевой релакс, надо принимать с ним, чтобы релакс освободил клеточку, а остальное, чтобы дошло. Стоп сам по себе, он обезболивающий, но в то же время и противовоспалительный, он снимает воспаление. Как наши спазмолгон, да, вот спазмолитики есть, он также снимает спазм, потому что здесь присутствует такое вот фермент, или как правильно сказать, даже не знаю, вот, который именно работает в этом направлении. Так, потом что у нас? Восстанавливает отток крови. Еще интересно, что у нас тут. Отток крови, в принципе, вот это значит, принимается при варикозе вен, да? Особенно в составе в слайд и гроу. Слайд, он же обновляет нам кожу, ткани, там лимфа, связки, да, жилы, все вот это вот, он в этом плане работает. Гроу, он тоже улучшает, он вообще, он капротектор, вот, омолаживает, восстанавливает, да, и вот в комплексе, вот, когда уже знаешь действие каждого дрожже, вот, в данном случае я знаю стоп, да, вот, и начинаешь комплекс составлять. Это вообще уникальный вот продукт, умная дрожжа наша, да, находит само все причины, вызывавшие болезни, да, работает с этой клеточкой, восстанавливая ее, питая. И мы самоисцеляемся, наш организм самовосстанавливается. В чем еще преимущество стопа? Это что он еще делает? Он работает с мелкими капиллярами, да, вот у кого сахарный диабет, вот кончики пальцев не имеют, ноги, кончики там пальчиков тоже не имеют, да, вот такое вот как будто затекло что-то, как мурашки там. Вот это тоже идет с кровью, связано с микрокапиллярами. Вот это стоп работает с ними, это вот очень хорошо для тех, у кого такие вот проблемы. Вот, помогает при высоком давлении. Ну, как бы я бы сказала так, что когда очень высокое давление, оно не сильно помогает. Но когда у меня поднималось давление, я брала хард и стоп, уникальная работа была. Вот. А вообще, я стоп бы кушала и кушала. Вот организм прямо его почему-то просит, и его, и я говорю, и хард. Само по себе он тоже чистит кровь, как вот аль, да, но он целенаправленно идет, чистка крови, а там чисто, даже чистка лимфосистемы. А стоп, он как бы идет как... Состав почти как у харта, да, но что-то там еще добавлено, и вот он также чистит кровь, восстанавливает приток крови, вообще работает с оттоком крови, да, это вот что и говорит, что хорошо для тех, кто страдает варикозом. Вот, сам по себе он противосудорожный. Я даже вот когда у меня у ребенка грипп, ну вот простудные, да, вот эти вирусы, нос течет, глаза текут, вот это начинается, чихание. Вот я ей даю упаковочку Grow, упаковочку стопа и, допустим, Mels. Вот. И вы знаете, она в течение суток, она практически, вот если сегодня начала давать, она уже завтра утром просыпается, она уже здоровая, абсолютно здоровая. Вот. Ну, витамины Grow, естественно, я еще даю. Поэтому, и что самое интересное, когда я была на пятилетие в Москве, 11 числа в прошлом году, 11-11, да, вот 11 ноября,
У нас в этом году будет 6-летие компании. Ну вот в прошлом году был юбилей, был праздник. Ну и еще пару дней я походила в школу. И вот там я когда записывала вот это все, очень интересную такую записала. Убивает раковые клетки. Вы знаете, и я вот так вот слушаю, да, вот думаю про наши дрожжи. Ведь все, кто страдает раком, очень часто ищут вот эти, кто бы их вылечил, да. У нас операция, химиотерапия, вот там вот везде вот это вся. Но ведь можно попробовать что-то сделать вот в этом направлении. Нужно дать нашему организму самоисцелиться. И только потом уже, в самую последнюю очередь, ну, идти уже отрезать, да. Когда ты понимаешь, что тебе не помог. Но попробовав наш продукт, человек получит 100% результат. Ну вот, как бы вот то, что я знаю, да. Конечно, если взять вот эти все составы нашего дрожжа, то там уникальные составы. Если взять их, ну, сферу деятельности, да, тут тоже всего не расскажешь. Потому что, ну, во-первых, у каждого свой результат. Сфера деятельности огромная. Работают они все практически одинаково, да? Одна база, там, укрепить иммунитет, там, восполнить витаминами, минералами, микроэлементами, дать нам силу, бодрость, энергию, да? Потому что это аккумуляция силы, аккумулированное дрожжи. Вот, поэтому мы и получаем аккумулированную силу вот эту, да? Весь организм наш, как бы, ну, как вам сказать, ну, пока вы не попробуете, вы не поймете это, не ощутите вот этого состояния внутри. Его даже, если честно, его не передать, потому что это непередаваемо. Ну, говорю я это и говорю, да, вы меня послушали и все. А вы попробуйте, и вы поймете. Ну, поэтому, в принципе, самое главное, что я всегда заказываю, это в моем доме вот всегда есть гроу и стоп. Я даже слайд не настолько беру вперед, хотя вот сейчас я взяла это, буду следить за этим результатом, чтобы потом вам рассказать, да. Это вот я ребенку сейчас даю слайд и гроу, это вот, чтобы восстановить зрение. Будем ждать результатов и буду рассказывать. Вот есть у нас там нюансы. Вот. Ну а по поводу стопа, вообще уникальный продукт, да, он подходит для всех, это... Настолько он уникальный, да, и давление, и сердце, и кровь, и сосуды, и да, вот для всех, и обезболивающее, да, даже вот наши женские проблемы вот эти, ну, каждая понимает, женщина, о чем я говорю, это не надо также нож по спазмологу, да, вот у нас есть такое вот прекрасное дрожже, прекрасная такая вот возможность принимать полезное, да, приятное, вкусное, да, под язык поставил, запивать не надо, оно, как получается, рассасываешь, ну, как капельница, сразу в кровь, минуя желудок и все остальное. Поэтому идет быстрая, скорая, моментальная помощь. Вот. Всем, кому интересно, предлагаю попробовать наш продукт, предлагаю прийти в нашу компанию, в нашу семью. Скажем так, что наша компания – это бизнес плюс здоровье, долголетие, потому что также на семинарах в Москве я услышала, что наш продукт – это продукт долголетия. Вот я даже смеялась, я говорю, продлевает жизнь до 150 лет. А кто-то меня спрашивает, а что мы будем делать 150 лет? Я говорю, мы будем жить и наслаждаться жизнью. Это самое главное, да, для чего мы приходим в эту жизнь. Ну все, на этом буду заканчивать. До следующей встречи. Всех, кого интересует продукт, либо просто бизнес, вся контактная информация будет под моим видео. Есть на Ютубе видео компании PL, да, у них там очень много. Есть свой сайт, все можно найти, где почитать, где посмотреть. На моей странице. Задавайте вопросы. Давайте будем исцеляться как физически, так и материально. До скорой встречи. Всех благ.